Без широкой рекламы и даже афиши о выставке нигде не было замечено, но зал музея с каждой минутой все больше наполнялся желающими увидеть редкие экспонаты. Да и самого автора коллекции можно заносить в список раритетов. Человек в клетчатой рубашке, джинсах и с толстой сумкой на боку – это и есть коллекционер. Он же эксперт по культурным ценностям Минкультуры России и самый авторитетный знаток кавказского оружия на юге – Николай Твердохлебов. И вот момент торжественного открытия. Без пафоса и лишних слов, просто честный рассказ коллекционера о том, как тяжело было решиться на выставку. Выставка для меня — это стресс жесточайший. Это стресс для предметов. Почему? Потому что они перемещаются, они попадают в совершенно другую среду. Я имею в виду не эмоциональную, а среда, влажность, температурный режим. Плюс это стресс для меня. Почему? Потому что частица души вот моей, она уходит с ними. Однако уговорить Николая Твердохлебова смогли четверо.